Швейной мастерской барнаульского модельного агентства создают настоящие шедевры. Новую коллекцию нарядов здесь назвали «Русский стиль». Собственно, также назвали и конкурс, который впервые проведут на Сибирской масленице. Тот, кто придет на праздник не просто в платке или кокошнике, а в полноценном законченном образе, получит подарок, один из которых – профессиональная фотосессия. Это будет номинация в стиле хендмейд, вторая номинация – это самый роскошный костюм с богатой отделкой, и еще одна номинация – это за самый оригинальный костюм, представленный в рамках этого проекта на Масленице. Сколько гостей ожидается на празднике в Новотырышкино и сколько денег этой весной будет потрачено на проведение Масленицы, организаторы ответить пока не могут. Говорят, сейчас очень много спонсоров, которые существенно покрывают часть расходов. А Сибирская Масленица, ставшая международным фестивалем, собирает на своей площадке все больше заграничных гостей. А шашлыков продают люди за год. Столько не продают, сколько за один день. Вот это экономика. Деньги, конечно, не нам в карман идут, но они остаются у нас. В районе, в крае, самолеты, люди летят на самолетах специально на Масленицу. Будет более 30 детских игровых площадок, взятие снежного городка и, конечно же, высокий столб, который покорится только сильнейшему. Среди призов стиральная машина, айфон и живой петух. Все участники праздника смогут установить рекорд, организовав самый большой за всю историю Сибирской Масленицы – хоровод. Хоровод-хороводище, как мы его называем. Мы хотим собрать самый большой хоровод, но не просто самый большой как таковой, а хоровод круг в круге. И мы для себя еще поставили задачу, что этот хоровод может быть танцующим. Этого никто никогда не делал. То есть это очень сложные задачи, мы их решаем, мы каждый день собираемся на совещание. То есть хоровод – это не просто взялись за руки. Особенно в случае, когда мы планируем туда завести достаточно большое количество людей в этот хоровод. 9 марта Сибирской Масленицы на Алтае откроют новый туристический сезон. Начнется праздник в 11 утра и продлится до 6 вечера. Подробный план мероприятий есть в интернете. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.